Всем привет, с вами канал Обзоры Брик, и сегодня мы будем строить самоделку. Самоделка у нас будет на тему, которой давненько не было на нашем канале, и это тема сталкер. Недавно в комментариях мне предложили построить самоделку по сталкеру. Да-да, кстати, комментарии я читаю, бывает не всегда на них отвечаю, но читаю. Ну так вот, эта тема будет по сталкеру, и она будет выглядеть примерно вот так. Человек, то есть обычный сталкер, идет по тропинке по лесу. Но мне кажется, это слишком легкая самоделка для нас. Поэтому мы построим что-нибудь посложнее. Намного посложнее. Вот она наша вся любимая серая пластиночка. И давайте я вам расскажу, что и как я планирую сегодня построить. 1/3 пластины будет занимать горы. То есть задняя часть будет скрыта. Горы будут выполнены вот в таком цвете. Потому что у меня его самое большое количество. Здесь, справа, у нас будет небольшая возвышенность. И тут будет находиться привал сталкеров. Но сталкеры будут непростые, они будут из группировки «Чистое небо». Здесь будет стоять часовой «Чистого неба», ну а отсюда пойдут враги, то есть зомби. Он увидит этих зомби и побежит рассказывать остальным сталкерам, либо скинет как-нибудь им на ПДА. Ну а они тут будут сидеть и греться возле костерка. Вот в принципе и все. Как видите, все мини-фигурки «Чистого неба» у меня уже собраны, но мы их немного проапгрейдим. У меня есть еще вот такая мини-фигурка, это у нас боец Свата. И давайте заберем у него шлем и дадим кому-нибудь из этих мини-фигурок. Я думаю, дадим мы вот этому бойцу. Я думаю, что вот так он выглядит немного получше. Также раздадим им потом все вооружение, но это я сделаю потом. Теперь давайте соберем наших врагов, это у нас будут зомби. Не знаю, сделаем их штучки 4 или штучек 5. Итак, вот он наш пакетик с зомбями, но тут не так все просто. Я предлагаю сделать зомби-сталкеров. У меня, конечно же, есть сталкеры, и мы бы могли просто поменять им лица. И в принципе наши зомби были бы уже готовы. Но, как говорили некоторые, у таких вот сталкеров другой камуфляж. То есть на самом деле у этих сталкеров не такой песчаный камуфляж, а более-менее такой оливковый. Я думаю, что наши советские военные, если у них забрать торсики, идеально подойдут под сталкеров. То есть цвет ихнего обмундирования такой же, как и у сталкеров. Давайте попробуем это сделать, и заменим вот это вот все, и получится у нас хороший зомби. Предлагаю мне с вами начать строить, и начнем мы, наверное, вот с этой части. Как вы помните, здесь у нас будет такой небольшой рельефчик, то есть возвышенность. Давайте ее попробуем изобразить.
Сделали мы рельеф, справа небольшую возвышенность, в принципе, как и планировали. Теперь осталось вот здесь делать горы, но перед тем, как мы будем делать горы, я предлагаю сделать еще вот здесь небольшой рельефчик. Ну, как бы основной рельеф, как мы уже делали не раз. Ну что ж, давайте начнем. Вот что мы с вами имеем на данный момент. Сделали мы рельеф, все идет по плану, сзади я не застраивал, но если горы не закроют заднюю площадку, то можно немного там тоже чего-нибудь подделать. Ну а пока что пусть будет так. Ну что ж, давайте строить гору, она у нас будет располагаться вот отсюда и вот до самого крайнего правого конца. Thank you.
Ну что ж, достроил я горы, они получились у нас довольно высокими, а также построил вот такую автобусную остановку. Ну и здесь немного декораций. И в углу у нас, вот тут есть еще кое-что. Это у нас остов дома. Он у нас сгорел из-за кое-какой аномалии. Надеюсь, вы уже догадались, из-за какой. Также здесь будет вот такой артефактик. Ну, давайте с вами поставим этот артефакт на его законное место. Ну и сделаем тут аномалию. Много чего интересного мы с вами уже построили. Теперь я предлагаю продекорировать всю нашу самоделку кустиками, ну и сделать вот такой костер. Итак, друзья, самоделка полностью продекорирована. И вот так она у нас выглядит уже в собранном виде. Давайте расставим мини-фигурки, ну и будем заканчивать эту самоделку. Такая вот у нас с вами в итоге получилась самоделка. Слева я поставил 4 зомби. Ну а справа мы с вами расположили наших любимых сталкеров. Ну и конечно же не забыли про знак радиации. Если вам эта самоделка понравилась, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Ну в общем делать все как обычно. Также в этой самоделке припрятана кое-какая вещь. Это батон. Его очень сложно найти, поэтому кто нашел, пишите где в комментариях.